Туве госавтоинспекторами выявлен факт незаконной перевозки 1350 литров спиртосодержащей продукции. 25 февраля на улице Шоссейная, села Усть-Илегест, сотрудниками управления ГИБДД региона для проверки была остановлена «Газель» под управлением жителя села Кызылмажалык. В ходе досмотра транспортного средства сотрудниками полиции обнаружены и изъяты 900 бутылок пивной продукции различных наименований объемом 1,5 литра каждая. Сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, у 50-летнего гражданина не было. В действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов. Водитель для дальнейшего разбирательства доставлен в дежурную часть полиции. Незаконно перевозимая продукция общим объемом 1350 литров изъята и направлена на исследование.